Друзья, всем привет! Вы на канале Залакуп, и сегодня мы будем тестить бич-пакеты. Ёбушки, воробушки. Пакеты интересные. Что у нас есть сегодня? Азиатские, с закусом на Азию. Так, что у нас сегодня здесь? Кимчи. 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 Фога у тебя что? У меня фоба. Бля, Чачжанмён. Чачжанмён. Ну, рамен, наверное, должен уж присутствовать в любом случае. Рамен, не без него. Да, да, не да. Без него. Есть пару наших вариантов ответочки. Камчатский краб. И креветка. Ты втираешь мне какую-то дичь. Петра, 6 рублей, друзья, 6 рублей. Тоже скажем. Но мы на него делаем ставку. По-любому, по-любому. Да, да, да. И вот эти, ну что-то тоже из этой же серии. Корейская тема. Что-то корейское, том-ямы какие-то, да, да, да. Корейская тема. Ну, все, в принципе, интересно. Будем пробовать, с чего начнем? Давай с фоба и фога. Давай, давай. Договорились. Так, у меня фоба. У меня фога. Завариваем? Завариваем. Пробуем? Пробуем. 70 рублей, друзья, 70. Аналогично. Мне кажется, дорого. Ну, все-таки фунчоза. Вроде бы, как будто бы. Проверим, проверим. Ну, пахнет вроде ничего. Ну, да. Что-то ролл такое есть. Да. Но все-таки все равно бичуха. Бичуха. Бичи, да. Роллтон. Лучше и не скажешь. Че, пробуем? Погнали. Лапша интересная. Но она же не пшеничная. Необычная, необычная. Да, она не пшеничная. Да, она все-таки яичная. Или фунчоза, или... У тебя же с курицей? Да. У меня с говядиной. С говядиной. Как бы лапша играет роль здесь? Ну, по-моему... Необычно. Что-то необычно, да. Ну, единственное, да, с лапшой у меня проблемы возникают. Я не знаю, как они палками это едят. Друзья, в общем, 70 своих рублей, мне кажется, это не стоит. По вкусу почти приблизительно как роллтон. Единственное, лапша, она все-таки более какая-то легкая. Да, да, полегче. Да, она полегче. Будет полегче, да. И легко как бы это, ну, и жуется, и заходит. А в целом, нам-то что, бульон надо? Of course! Попробуем том-ям, все-таки, ну, бич-пакет, но том-ям. Да, так, у меня с креветками. У меня кремовый. Кремовый? Все, погнали. Я узнаю, чем отличается, конечно. Ну, тут уже хотя бы какой-то соус есть. Мини-мини какой-то соус. Ну, лапша, да. Причем, смотри, еще острый чили. А-а-а, чили. Дополнение, да? Чили-пеппер. То есть они что-то там мутят. Ну, пахнет уже поинтереснее. А у меня цвет действительно кремовый, что-то там они с кремом как будто, что-то там они сделали. Что-то мутят. Вкус насыщенный, да? Интересный. Ну, вкус прям насыщенный. Сколько это стоило? 46, по-моему. 46 рублей, бля. Слушай, ну вот этот вот, да, вот кремовый, да? Поинтереснее, да? Он все-таки больше похож, ну, на настоящий том-ям, все-таки там... Или по остроте. Да, и сливки идут в соусе, в самом супе. Но. И лимон как раз-таки туда идет. Вот у меня опять-таки тоже лимон. Вот. И лимон. Я думаю, что это за привкус? Ну, все-таки лимон должен быть, да, там присутствовать. Но все-таки это интересно. Да. Вот да. Если взять вот те за 70 рублей и вот эти за 46. Ну, однозначно вот эти. Однозначно эти. По-любому эти. Я даже не знаю, что сказать. Вот, ну, может, я не все том-ямы пробовал, которые там, может, настоящие, не настоящие. Но мне все-таки вот кажется вот этот приближенный к этому вкусу. Да? Да, все-таки интересный. Вот, ну, интересный вкус. Мне вот прям понравился. Теперь у нас паттайя у меня. У меня кимчи. Все, пробуем? Пробуем. Так, ценовая категория? 81. 79. 80 рублей, округляем. У меня опять трудно. Опять-таки... За 80 рублей. Я бы такое никогда бы не взял. У тебя тоже 80 рублей? 80 рублей. Кимчи, друзья, категорически нет. Что дальше пробуем? Так, дальше мы пробуем, наверное... Чан рамен и вот этот, да? Да, давай, чан рамен. Чачжан мён. А я возьму чан рамен говядину. Да, так, у меня чачжан мён. У меня рамен. Так, лапша.
Смотри. Они походу... Оригинальный соус. Суп. Суп там? Тут суп. Неплохой супец. Состав. Лук, вода, очищенный соевый соус, картофель, масло растительное, сахар, лук, орех, луковый экстракт, соль, соевые хлопья, усилитель вкуса и аромат. У меня все гораздо проще. Умеете, могете просто. Варили, друзья мои, 5 минут. В принципе, у меня по виду, конечно, как кока-кола. Жесткая Азия. У меня Биг Бон уж, как обычно. Делаем по стандарту. 56. У меня 78. Ну, у тебя на 78 и выглядит, по-моему. Плюсом кола туда и все нормально. Да, погнали. Ну, тут лапша уже более такая плотная. Причем мы их варили, наверное, даже не 5 минут, а минуты 7, да? Ну, в районе 5-6, наверное, где-то так. Мне как будто лапшу залили кока-колой. И сказали, давайте хавать. Сказали, и подогрели, и сказали, на. Чанчжан мён. Друзья, точно нет. 78 рублей. Идет нахер. Деньги есть. Да, как до этого и 80 рублей. Я даже это больше пробовать не буду. Слушай, ну я вот это вот покушаю. Но мне вот почему нравится, потому что, видимо, там и лапша такая, что ее проварить надо. Она более такая мягкая. Более как суп, короче. Да, более структурная. Ближе к этому, да, все равно он как-то больше... приближен к домашнему. Ну, 56 это... рублей, то есть два бигбона, да. Или вот это вот. Да. Или хороший бигбон. А что ты выберешь? Два бигбона или... Или один хороший. Или один хороший. Такой, ну. Что ты выберешь? Я бы такой никогда бы не взял. У нас остается прям эксклюзив. Ролтон камчатский краб. И ролтон креветка к пиву. Креветка к пиву. Наша ответочка. Наша ответочка. Так, друзья, у нас... Два ролтона, камчатский краб и креветки к пиву вареные. Креветки к пиву. По 40 рублей вроде, да? Да, в принципе, одинаковые по ценнику. Да, по 40 рублей. Слушай, а у меня даже ничего насыпать не надо. У меня уже все готово. Для лентяев. Замечательно. У меня вилка есть. Есть вилка. За 80 рублей, блин, надо заваривать. Самому. Даже варить 5 минут. Ну, прям интересно так выглядит. Выглядит у меня, конечно, да, тоже хорошо. Как будто их пахнет креветочкой. Да у меня тоже, типа, пахнет достаточно прилично. Я пробовал камчатский краб. Ну, не такой там вкус, не такой там вкус. Че, действительно пробовал камчатский краб? Да, на, попробуй. Я твой попробую, ты мой попробуй. Ну, интересный. Интересный все равно вкус. Вот там креветка все равно тоже есть, какая-то креветка, и тут какой-то камчатский краб, сука, непонятно. Да, да. Вроде вкус одинаковый, но в чем-то различие. Как будто, короче, ну, они нас как будто пытаются немножко этот... Наебать. Да. Вы этого не знаете, вы этого не пробовали. Ну, я наших производителей не хочу огорчать, они старались, все-таки старались. Запах-то заметил, помнишь, заваривали? Да, такой? Да. Блядь, запах вот отсюда. Креветка прям пошло, да? Да. Запах хороший. Но да. Вкус именно вот так, этого насыщенного вкуса как бы здесь особо нету. Есть здесь запах, а вкуса как бы нету. Да, и вот у меня тоже такое же ощущение, что есть только запах, а вкуса как такового нету. Поэтому, ну, давайте останемся при своих мнениях. Да. Каждый заварит, попробует и напишет в комментариях. Как ему ролтон с креветкой к пиву или с крабом. Или с крабом. Друзья, напишите в комментариях, как вам. А мы идем дальше. Петра или Петра, друзья, напишите в комментариях, мы так и не разобрались. У тебя обычный ролтон. Девчонка нарисована. Вкусно и выгодно. 7 рублей. Да, у меня 14, да? 14. Ну, у тебя какой-то новый вкус с сыром и беконом. Сыром и беконом. Такой вот я еще не пробовал. Ты пробовал? Нет, не пробовал. Я тоже не пробовал. Я сам посолил и попер... Да. Ты берешь за 7 рублей, а что ты ждал?
Запах насыщенный у меня. Я не знаю, как у тебя, но у меня насыщенный. Мне нравится. Вот этот доширак, к которому я привык. У тебя? У меня за 14 рублей, но почему он мне понравился? Ну, сыробекон, действительно. Сыробекон. Слушай, мне странно говорить за это, за 14 рублей, да? Ну, они бульон сделали хороший. Да. Они сделали хороший бульон. За 14 рублей. Тут приправа насыщенная. Да. И мне нравится, понимаешь? Я не могу сказать, что это... Мы не можем говорить о полезности этого всего, да? Да, 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 я не знаю, что сюда входит. Да, да, далее, да. Но... Вот, но, вот, вот, вот она, вот, вот она, она. Вот она. Топовые, топовые. Ну, если вот выбирать из 5 пакетов, но все-таки, наверное, мы остановимся на самых бюджетных. Да, вот именно они. Самые бюджетные, да. Самые по вкусу и так далее. Да, да, да. Более такие адекватные. Да. Че, первое место тогда, том-ям берем? Первое место том-ям. Том-ям, да. Однозначно. Однозначно том-ям. Ну, а вторые места, наверное, мы отдадим этим. Бесспорно, да, братан, да, бесспорно, да, да. Потому что из всех, что мы пробовали, то похоже на обычный Биг Бон, который там стоит по 80 рублей, да, обычные, которые стоят 25. 25 рублей, да, и они стоят там по 80 рублей, просто там название поменяли. Ну, и... кимчи, вот тот же самый кимчи, вот я смотрю, он 81 рубль, он 82 даже стоит. Ну, херота херотой, по-моему, херота вот, да? Херота херотой. Я бы такое никогда бы не взял. Да-да-да. Ну, в общем, если берете корейскую лапшу быстрого приготовления, так называемый бич-пакет, том-ям. Однозначно том-ям, да. Том-ям. Они все-таки делают топчик, они делают все равно бульон интересный, да? Да. А если из остального брать, ну, наши с креветкой что-то особо не справились. И с крабом, нет, да. Не зашло, мне тоже не зашло. Запах не делают зашло. Хороший. Да. Да, есть но запах. Да, с креветкой не справились. Вот. Нет вкуса. Вот, поэтому, а если мы уже приземлимся к нашим обычным стандартным бич-пакетам, вот. Классические, друзья, классические. Как мы и планировали, что это и будут лидеры. Суп, да. Мы так изначально, помнишь, в магазине ходили, да, блять, да. Они выиграют. 100%. Да, да, 100%. Да, вот так. Классический. Так и произошло. Который можно заварить дешево, сердито. Вкусно, сердито. То есть все как мы любим. Да. А все остальное, все там, как... наполнители и так далее, это все фуфло полнейшее. То есть, друзья, вот 7-14 топчик. Остальное все, ну как бы не советуем, только... Единственное, кроме... том-ям. 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 Единственное, посоветуем том-ям, потому что интересный вкус. Да. Все-таки, да, даже это, да, даже, как ты говоришь, с похмелогией. Похмелье. Похмелье. Ну, с похмелья вот лучше за 7 рублей. Бульончик есть. Ну, согласен, согласен. А тот уже более, если ты уже задолбался вот есть вот этот вкус, там что-то новое попробовать и так далее, то... Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, напишите комментарий, как вам выпуск. И обязательно ждите новые серии. Мы с тобой обязательно что-нибудь новое придумаем. Обязательно. Обязательно. Поэтому, друзья, всем пока. Погнали дальше.